Приветствую всех подписчиков гостевого канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, возвращаюсь я к боксу Next Falset. Буду я опять выводить монету. У меня на балансе 21 тысяча коинов. Значит, в прошлый раз я писала, друзья, видео по выводу. Вывела я без проблем. Хотя этот бокс просит депонировать $1, чтобы доказать то, что вы не робот, то, что вы живой человек. Но, тем не менее, я вывела без проблем. И у меня вылетело абсолютно из головы то, что или закидываем $1 и доказываем, что мы активный как бы человек, да, или у вас должен быть активный реферал. Это как бы мне уже подсказали, в комментариях написали. Вот, спасибо, что подсказали, напомнили. Я это знала, просто вылетело абсолютно из головы. И, значит, я вывела монеты свои, так как у меня был активный реферал. Значит, сейчас я попробую опять вывести монеты. Если меня попросят, я рискну $1 и закину. Если же мне удастся вывести опять без проблем, ну, значит, у меня опять активный реферал, друзья. Ну, вот как-то так. Вот. Значит, видим, да, вот у меня на балансе $21. Кликаю вывод. Я посмотрела уже на сегодня всю рекламку. Видим. И кликаю вывод. Выводить я буду на Pair кошелек. Значит, минимум на вывод 2000 монет на Pair. И Perfect Money и Falset Pay от 5000 коинов вот этих монет. Выбираю Pair. И вот мои выводы. Я вот эту сумму, кошелек уже прописан по умолчанию у меня. Монеты вот эти я удалю и поставлю 0,0,0. Значит, ровно 21 тысяча. Это $2.10. Видимо, здесь как бы обозначается сумма. И если меня попросят, здесь должно загореться, значит, я пойду в депозит. И сейчас посмотрим, друзья. Ну, давайте выводить. Что мне сейчас напишут? Вот, что и требовалось. Переводим на русский язык. Чтобы вывести средства с веб-сайта, вам необходимо либо внести $1 США на свой счет, либо попросить одного из ваших рефералов внести $1. Данная мера необходима для защиты от ботов и автоматических программ, просматривающих рекламу. Именно, ну, тут посмотрите. Понимаем, да? Значит, идем в депозит. И сейчас будем, вот что и требовалось доказать. Вот это депозитный баланс. Вот этот доллар, он должен мне поступить вот сюда, на верхнюю, где вот у меня ноль стоит. Это на вывод основной баланс, а это депозитный. Буду пополнять с Пайра. Так, значит, я буду доллар пополнять. Убираем этот ноль. И у меня с одного доллара будет 10 тысяч вот этих коинов. Так. Значит, курс $1 равен
Ну, давайте пополним. Здесь написано, платежные системы какие. Пополнить. Pair. $1 вот стоит, да? USD. Комиссия цент. Подтверждаем. Так, оплатить. Подтвердить. Окей. И сейчас меня должны перебросить обратно на сайт. Мы сейчас посмотрим. И вот, пожалуйста, у меня на депозитном счете стало 10 тысяч вот этих коинов. Значит, вот этот депозитный баланс, на него можно давать рекламку. Давайте поставим на вывод теперь монеты. А после я дам рекламку. Выбираю Pair. Опять я стираю вот эти монеты. И 0,0,0. У меня 21 тысяча, да? Кликаю вывод. И что у нас здесь? Опять что-то. Переводим. У вас недостаточно супер монет для вывода. На вашем счету 11 суперкоин. Это чтобы вывести. Ага. Вот я должна вывести. Смотрите. Этого достаточно, чтобы вывести какие-то суперкоины. Чтобы получить супер монеты. Боже мой. Что ж это за супер монеты? Угу. Значит, что эта сумма, да, чтобы вывести на счет? Вот такую сумму я могу вывести. Значит, пополнение баланса принесет вам супер монеты, равные 20% от суммы депозита. О, как тут все заморочено. Текущий обменный курс 1000 монет равно 300 супермонет. Угу. Ну ладно. И вот эту сумму я, значит, я могу вывести. Я ее тогда копирую. Да, ребятки. Конечно, изменился букс. Угу. Так, куда отзывать? Ну что ж, выведем столько, сколько есть. И вот эту я убираю сумму. Эту вставляю. Значит, доллар 16. $1.16 я могу вывести. Так. Отзывать. Так, ну вот теперь зелененьким загорелось. Мои монеты вывелись. Перейдем сейчас на Pair История. Вот они, 20 сентября. Вот это мой депозит. То, что я делала депозит. $1. $1.16 я вывела. В принципе, я вернула свой депозит обратно. И Next Faucet. Платит инстантом. Значит, ну, теперь у меня еще есть 10 тысяч коинов. Давайте-ка я загружу рекламку. Значит, вот на эти монеты я могу загрузить.
И вот они мои монеты стали, видите, остаток этот. Понятно, тебе буду знать. Но тем не менее, я доказала, что я не человек. Ой, то, что я человек, ну и буду выводить. Так, в итоге я ничего не потеряла. Так, сюда название, сюда ссылку. И здесь что мы выбираем? Так, переводим на русский язык опять. Так, описать я буду вот этот. Сейчас я немножко подготовила. Описание, ссылочка. Сюда ссылку. И таймер 10 секунд. Можете выбирать 20 секунд. Как бы вот мне. И активное окно, да? Выделить ссылку. Зачем? Я просматриваю всю рекламу, и мне как бы по барабану выделена ссылка или нет. И можно что у нас? Каждые 12 часов. Вот. Все. Таймер. И здесь добавить объявление. Успешно добавили рекламу. Таким образом. Ага. Еще пополнить надо. Смотрите. Все делаю в режиме онлайн. Пополнить. Значит, у меня 10 тысяч. И здесь я добавляю что? 1, 2, 0 еще. 10 тысяч. Пополнить. У вас недостаточно монет. И что это? Баланс. А что это у меня недостаточно монет? Давайте так пополним. Успех. Хорошо. Если я еще пополню. Баланс пополнения. Успех. Буду пополнять, чтобы все монеты ушли. Я не знаю, почему у меня 10 монет. Вот как-то так. Вот. Да, все тут изменилось и все. Так, теперь давайте вот обновить страничку. Сейчас посмотрим. У меня осталось 1000 коинов. Баланс, ага. Значит, из 10 тысяч 9 тысяч надо было пополнять. Ну, как-то так, друзья. Но, тем не менее, платить я ничего не потеряла. Смотрите сами, теперь уже тут столько изменений, конечно. Я как работала, так и буду работать. Ну, а вы же думайте сами. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Любые инвестиции в интернет, не забываем о том, что это риск. И, как правило, в таких буксах поддержка не отвечает. Жаловаться в случае чего некуда будет, друзья. Так что думайте сами, решайте сами, каждому свое. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!